до 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Sherlock. Доброе утро, вы директор? Жарко. Заходите внутрь. Что тут делаете? Министерство образования направило меня в качестве учителя. У меня есть письмо из министерства. Я все документы получил. Вы уже преподавали? Преподавал при монастыре на протяжении 10 лет. Так почему вы оставили монашество? Оступились? Нет. У меня не было замечаний. Так какова же причина? Почему вы ушли? Я преподавал на протяжении 10 лет. Старался рассказывать детям об окружающем мире. Как жить? Как выжить в реальном мире? Но осознал, что сам имею скудное представление об обычной жизни или реальном мире. Поэтому решил уйти. Здесь вы хотите познать реальный мир? Это место умирает. Медленно умирает. И мы все тоже умираем. Жара высасывает жизнь из всего. С каждым годом дождей все меньше. Этот год хуже прошлого. Посевы высохли и погибли, прежде чем уродиться. Многие уезжают. Каждый год все больше. Юноши уезжают в город, работают в такси или гоняют на мотоциклах. А девушки работают на фабриках. Если красивые, то в отелях. Но они там не тем занимаются, торгуют своими телами, оставляя своих стариков. У нас должно быть 5 учителей. Сейчас только 3. 10 лет мы уже не получаем должного финансирования. Не хватает учебников. 3 года назад нам прислали компьютер. Но с
с электроснабжением, тут беда. Так что компьютер сгорел. И починить его нет возможности. У нас были новые учителя, выпускники, полные энергии. Они думали, что могут прийти и все изменить. Внести свежие идеи. Новые методы обучения. Но в скором времени, когда они поняли, что ничего не выйдет, они обвиняли меня. Обвиняли детей. Министерство. А потом ушли. Я выделю вам комнату. Начнете с завтрашнего дня. Доброе утро, дети. Доброе утро, директор. Хочу поздравить вас с началом нового семестра. Сегодня мы встречаем нашего нового учителя. Я рад вам представить учителя Причу. Прошу оказать ему радушный прием. Доброе утро, дети. Я учитель Притча. Я заменю учительницу Нитаю, учившую вас ранее. А что с учительницей Нитаей? Она возьмет третий класс. Приятно видеть, что вам нравилась учительница. И я понимаю, что вы будете скучать по ней. Но вы все еще будете видеть ее каждый день? И это главное. Вы не знаете меня. Я вас тоже. Так что давайте познакомимся. Вставайте, на кого я укажу. Называйте имя, возраст и кем бы вы хотели стать в будущем. Начнем? Давайте с тебя. Давай. Здравствуйте, меня зовут Майерн. Мне 12, и когда я вырасту, я стану грабителем банков. Хочешь грабить банки? Почему? Хочу быть богатым. Хочешь быть богатым? Ладно, садись. Если хочешь стать богатым, лучший способ — это усердно учиться. Будешь стараться, получишь хорошую работу с приличной зарплатой. Или? Думаешь, тебе понравится тюремная еда? Нет, учитель. Тогда лучше еще подумай. Кто следующий? Давай. Здравствуйте, меня зовут Боу. Мне 12, и когда я вырасту, хочу стать спайдерменом. Хочешь стать спайдерменом? Почему? Ну, тогда я смогу грабить банки. Как он? Да. Здорово, садись. Следующий, давай. Просто назови имя, возраст и кем хочешь стать.
Не стесняйся, говори. Она не говорит, она тупица. Так, тихо, тихо. Прошу тишины. Садись. Надеюсь, подобное больше не повторится. В классе мы не дразнимся. Ведите себя вежливо и подобающе. Как мальчики, так и девочки. И самое главное, заботьтесь друг о друге. Ясно? Я сказал ясно? Ну? Да, учитель. Продолжим. Давай ты. Продолжайте. Аккуратно. Если закончили рисовать, можете идти домой. Я сказал, если закончили. Джа, 10 лет. Когда я вырасту, стану учителем. Заберем у нее рюкзак. Зачем она это сделала? Бежим за ней. Никто еще не возвращался из леса. Веришь в эту ерунду? Это правда. Если пойдешь в лес, не вернешься. Там призраки. Ерунда. Отец говорит, никаких призраков нет. А мой отец все знает. У него бизнес в Бангкоке. И у него новенькая Тойота. А у твоего лишь старый трактор. Поймаем ее в другой раз. Забудь. Идемте, поедим мороженого. Я угощаю, но не тех, кто трусит. Идем. Кто пойдет туда? Все знают, что там призраки. Здравствуйте. Я новый учитель, притча. А вы, должно быть, учитель Нитая. Да. Похоже, вы поймали меня с сигареткой. Не волнуйтесь, я не скажу. Хотите? Не стоит. Только не говорите, что тайком не курили за монастырем. Ну да. И тоже попался настоятелю. Мне тогда не слабо досталось. Пытаюсь бросить. Но с этим новым классом
Не очень-то получается. Понимаю. В первый день я довел девочку до слез. Я угадаю, это была Пим? Маленькая девочка с задней парты? Верно. Тогда не волнуйтесь. Она по любому поводу плачет. Но она хорошо учится. Кажется, дети нашли множество способов, как дразнить парней из монастыря. Не знал, что я так знаменит. Обычное дело. Когда появляется новое лицо в деревне, все хотят знать о нем все. Так, давно вы ушли из монастыря? Где-то с полгода. И что вас подвигло? Директор спрашивал то же самое. Это действительно так интересно? Не знаю. Это значительная часть вашей жизни. Вы не курите, не выпиваете, никаких женщин. А теперь вы свободны. Можете делать, что хотите. Я бы сказала, это интересно. Ясно. Точно не хотите? Thank you.
Что ты тут делаешь? Кто ты? Что ты тут делаешь? Иду в школу. Это мой лес. Ерунда какая. Вовсе нет. Я тебе не верю. Лес никому не может принадлежать, разве что королю. Я здесь живу, это мой лес. И никому сюда нельзя. Ты спятил, ты никого не сможешь остановить. Я остановлю любого. Я могу утопить тебя и оставить на корм рыбам. Или сбросить тебя со скалы, и твои кости разобьются о камни. Я не боюсь. Почему не боишься? С чего мне бояться маленького мальчика, трясущего своей пиписькой? Где твоя одежда? Зачем мне одежда? Это мой лес. Я делаю, что хочу. Слышишь? Тогда я лучше пойду. Неправильно для девочки общаться с голым мальчиком. Если хочешь дружить, найди одежду. Отлично, уходи. Убирайся. А если вернешься, я убью тебя. Это моя собачка. Ее зовут Пуки. Она каштановая. Очень милая собачка, Пим. Но где у нее лапки? У нее нет лап. А почему их нет? Она попала под машину. Мне жаль. Тебе грустно? Нет, она плохо пахнет. Давайте похлопаем. Кто следующий? Кого послушаем? Джа, выходи к доске. Посмотрим, что ты нарисовала. А Джа нарисовала чудесный лес. Мы видим горы, солнце, деревья, цветы, кроликов и озеро. Весьма спокойное место. И там могут сбываться ваши желания. Вижу, это особенное место. Если смогу, обязательно побываю там. Один вопрос. Вижу, что там кто-то плавает. Это ты? Нет? Тогда должен быть твой друг. Хорошо, похлопаем. Садись. Следующая вон, давай, выходи. Посмотрим, что у тебя. На этом рисунке девочка, живущая в джунглях. Это страшное место, в которое никто не осмеливается пойти. Она живет там одна, у нее нет ни мамы, ни папы. Она сумасшедшая, она не говорит и ведет себя как недоразвитая. Никто с ней не играет. У нее ужасное уродливое лицо. Она способна только плакать. Кто-нибудь знает, что отражает этот рисунок? Потому что я вижу его в другом ракурсе. Словно я на этом рисунке, когда был ребенком. Я жил очень бедно. У меня не было матери. Я был сам по себе. Как на рисунке. И каждый день я плакал. Я долго был несчастлив. Но однажды я пришел в монастырь. Монахи позаботились обо мне, обучили меня. Научили, как стать хорошим человеком. Дали возможность стать учителем. Поэтому сейчас я преподаю здесь.
Так что я уверен, что ребенок с рисунка обретет веру и будет счастлив. У нее будут друзья, и она добьется всего, что пожелает. Вон, можно я оставлю этот рисунок? Спасибо. Похлопаем. Не хочешь с нами дружить? Похоже, у тебя нет друзей. Мы хотим быть твоими подругами. Посмотрим, что тут. Не будь такой грубой. Что там у тебя? Что тут у нас? Что, и посмотреть нельзя? О, смотрите, что тут у нас? Хочешь назад? Всего лишь попроси. Давай, попроси. Попроси, почему ты не говоришь? О, смотрите. Смотрите, как красиво. Что это? Обитатели джунглей. Они твои друзья. О, порвался. Он был такой красивый, а теперь порвался. Что мы наделали? Все испортили. О, снова порвался. Теперь ты не сможешь показать его мамочке. Ее мать в психушке. Так ведь? Нет. Ей просто стыдно, что ее дочь чокнутая. Отсталая. Если ее выпустят, отсталая дочка будет ее смущать. Так и есть. Поэтому у нее нет друзей. Что такое? Боишься? Я знала, что ты меня боишься. Чего тебе? Чего тебе? Карандаши мои нужны. Расческу хочешь? Забирай все. Thank you.
Когда я обучался стать учителем, мне показали, как стать хорошим учителем. Хороший учитель не наказывает учеников. Значит, если я хороший учитель, вы должны усердно заниматься и хорошо себя вести. И тогда не будет необходимости в наказании. Что ж, я весьма разочарован, что придется сделать это в первую же неделю. Вон, Бим, Тейн. Каждая должна написать сочинение на одной странице. Темой будет «Почему задирание — это плохо?». Зачем ты вернулась? Ты стащил мою расческу. Нет. Да, стащил. Нашла кое-что в рюкзаке. Да? Красиво. Очень. Но у меня нет расчески. Как ты смеешь так говорить? Знаешь, кто я? Ты вроде не представлялся. Я здесь делаю, что хочу. Это мой лес, и я могу запретить тебе приходить. Если это твой лес, покажи документы. Какие еще документы? Если ты хозяин, у тебя должны быть документы. Иначе это может быть мой лес. Не твой. Мой. Ты мне его подарил. Не дарил. Я куплю его. Я не продаю. Я подарила тебе расческу, а ты мне лес. Врунья. Я не врунья. Это ты, врун. Убирайся. Больше, чтобы ноги твои в моем лесу не было. Мой дом там. Думаешь, я буду ходить в школу в обход? Думаю. Долго будешь думать? Я пошла домой. Есть одна игра. Один прячется, а другой пытается его найти. Прятки. Можешь прятаться. Я буду тебя искать. Если найду, убью. Но если не найду, можешь приходить, когда захочешь. Псих. Мой лес — моя игра. Я устанавливаю правила. Ладно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Я выхожу. Я выхожу. Передумали? Насчет сигарет? Нет, спасибо. Хотел посоветоваться. Конечно. Прогуляемся. Нитая, что вы знаете о девочке Джа из моего класса? Другие снова ее задирают. Да. Я пыталась их остановить. Но дети не слушаются. Они лишь видят, что Джа другая. Так она совсем не говорит. Это что-то физическое или психологическое? Кто знает? Джа, безусловно, странная. Знаете, никто не видел ее родителей. Кто знает, есть ли они у нее вообще? Ходят только слухи, что ее отец пьяница, что они живут в лесу. Но ее отец никогда не появлялся в школе. Знаю. Я должна была что-то сделать. Но дело в том, почти половина детей в школе воспитываются бабушками и дедушками. Потому что родители уехали на заработки в город. Обычное дело, что дети появляются в школе с синяками. Потому что их отцы пьют и колотят их. Многие подвергаются насилию со стороны членов семьи. В прошлом году 13-летняя ушла из школы, потому что забеременела. Я лишь их учитель. Делаю все возможное. За нами наблюдают. Я лучше пойду. Надо проверять домашние задания.
Это глава деревни, господин Уатая. И отец Уон. Вчера Уон поздно вернулась из школы. Вы оставили ее после уроков? Все верно. Мне пришлось наказать нескольких учеников. Мне жаль, если это доставило беспокойство. Беспокойство? Конечно, родители волнуются, если дети не приходят домой. Жена всю ночь про это говорила. Я понимаю. За что вы их так жестко наказали? Могу поспорить, это связано с этой отсталой? Девочку, которую вы называете отсталой, зовут Джа. Ее каждый день задирает компания девочек. Одна из них — ваша дочь, Уон. Говорите, что хотите, но моя дочь подобном не участвует. Уон мне сама сказала. Но я наблюдал за ними. Я видел вашу дочь среди них. Называете мою дочь лгуньей? Я никого никак не называл, но я... Возможно ли, что вы видели не ее? Подумайте хорошенько. Полагаю, возможно. Если вы согласны, что это была ошибка, и вы извиняетесь, тогда покончим с этим. Большое спасибо, директор. Можно вас на два слова? Я слышал, вы оставили монастырь и приехали сюда преподавать. Все верно. Это милая деревушка. Все друг с другом ладят. Если я могу что-то для вас сделать, не стесняйтесь, просите. Спасибо. Главное, чтобы сегодня все дети пришли домой вовремя. Вы же не хотите расстраивать их матерей? Класс, встать. Спасибо, учитель. Не забывайте про домашнее задание. Джа, задержись, пожалуйста, на минутку. Подожди, пока все уйдут. Потом пойдешь. Ты все понимаешь на уроках? Почему ты не говоришь? Тебя показывали доктору? Раньше ты говорила? Или всегда такой была? Или ты переболела и лишилась голоса? Могу вспомнить. Так как ты думаешь, почему ты не говоришь? Это моя карма. Ваша первая неделя. Ну и как? Кое-что неплохо. Похоже, у вас проблемы?
Вы про ситуацию с главой? О, да. Вы вынудили его прийти в школу аж в первую неделю семестра. Впечатляюще. Это вышло неумышленно. Я лишь хотел поступить правильно, и все. Не переживайте. Полезно немного все тут встряхнуть. А то все застоялось. Вы давно здесь преподаете? О, слишком давно. Каждый год говорю себе, что это будет последний семестр. Но как-то не находится желающих меня заменить. Нет длинной очереди из тех, кто желает тут преподавать. А потом появились вы. Вам надо... Как бы это сказать? Научиться ограничивать заботу о детях. Если будете слишком о них заботиться, потом будет тяжело. Просто совет. Жизнь... Снаружи. Это не то, к чему вы привыкли. Я, пожалуй, пойду. Лучше вас предупредить. Выходные тут довольно тихо. Весьма скучно. И одиноко. Учитель не Тая. Хочу дать вам совет. Не стоит вам с ним сближаться. Не хочу, чтобы вы разочаровались. Думаю, он не задержится здесь надолго. Мы действительно пойдем туда? Никто не осмеливается туда ходить. Но нам это нужно. Там куча животных. Больших, на которых можно заработать деньги. Пошли. Я знаю эту тропу. Но почему сюда? Это место меня до чертиков пугает. Без вариантов, это лучшее место. Из-за тебя мы тут оказались. Это ты проиграл все наши деньги. Я даже не люблю футбол. Пойдем уже. Давай уже покончим с этим и заработаем денег. Пошли. Уходи, уходи. Но ты сказал, если я выиграю в прятки, то смогу приходить, когда захочу. Уходи, уходи, уходи. Но ты сказал...
Господи, прошу, помоги осуществить то, зачем ты меня направил сюда. Помоги добиться успеха. И помоги быть хорошим учителем. Чтобы я смог помочь детям познать лучшую жизнь. Аминь. Это новый учитель из Бангкока? Добрый вечер, подходи. Подходи. Добрый вечер. Так ты новый учитель. Все верно. Куда идешь? Возвращаюсь в школу. Не спеши домой. Тебе надо выпить. Давай, присаживайся. Все нормально, спасибо. Не переживайте. Мне нужно готовиться к занятиям. Ты слишком хорош, чтобы пить с местной деревенщиной? Вовсе нет. Вообще-то я не пью. Учитель, а что насчет учительницы Нитайи? Это бледная кожа. Она красавица. Эти ее формы. Еще не подобрался? Простите, что с вашим другом? Говорят, я болен. Можно тебя спросить, учитель? Ты в призраков веришь? Призраков? Никогда их не видел. В мире существует и добро, и зло. Но если хотите знать, что я думаю о призраках, я в них не верю. Учитель, тебе пора домой. Поверь. Призраки Нитая, я нашел этот плакат в углу.
Надеюсь, ты не против, если он будет висеть на стене. Делай то, что считаешь нужным. Теперь это твой кабинет. Кажется, будет ливень. Это хорошо. Станет прохладнее. Мальчик! Мальчик! Ты здесь? Мальчик! Ты тут? Ты сказал, я могу приходить! Мальчик! Ты тут? Прошу, помоги преодолеть препятствия. И, Господи, помоги выбрать верный путь. Найдите себе напарника и надуйте шарики.
Они не должны лопнуть. Если лопнет, другой не получите. Не надувайте слишком большие. У тебя нет партнера? Неважно. Я буду твоим партнером. Тебя ждет смерть. Знаешь об этом? Это твоя последняя минута жизни. Боишься? Хочешь умереть? После смерти куда ты отправишься? Что с тобой будет? Давай узнаем. Это комиксы? В следующий раз возьми подходящую книгу, хорошо? Сегодня поговорим о грозе, громе и молниях. Их направляют не ангелы. И не Тор. Всему этому есть научное объяснение. Всем понятно? Понятно. Хорошо. Ну что ж, тогда все свободны. Класс встать. Спасибо, учитель. Джа? Это дорога к твоему дому? Я провожу тебя. Почему ты молчишь в школе? Притворяешься? Иди сюда. Заговорила в итоге. Иди сюда, давай поговорим. Говори. Ну уже говори. Хочу послушать тебя. Хочу послушать, как ты болтаешь. Если не хочешь сожрать это, говори. Смотри, что она сделала. Больно. У моей дочери 5 швов. Ей повезло. Могло быть и хуже. Говорят, эта отсталая набросилась с камнем на мою дочь. Thank you.
Знаешь, глава мог вызвать полицию. Хочешь, чтобы тебя арестовали? У него на это право есть. Это дело полиции. Но вместо этого он позволил мне вынести наказание. Ты понимаешь? Многие не хотят, чтобы ты была в школе. Потому что ты не такая, как все. А я это терплю. Только потому, что считал, ты не представляешь угрозы для учеников. Так или иначе, ты будешь наказана. Директор, могу я кое-что сказать? Знаю, я здесь недавно. Но я видел, что Джа никогда не проявляла признаков жестокости. Остальные ее постоянно дразнили. В том числе он. Тогда чему удивляться, что она пыталась защититься? Глупости. Директор, делайте то, что должны. Учитель, спасибо, что вы высказались. Вы были правы, когда говорили, что здесь недавно. Я все знаю об этой девочке. Она понесет наказание. Иди сюда. Еще раз прошу прощения. Могу вас заверить, подобное не повторится. Спасибо за понимание. Учитель Притча, уверен, вы скучаете по прошлой работе. Подумайте об этом. Я не идиот. Я знаю обо всем, что происходит в школе. Случилось? Они говорят, я плохая, но это не так. Это вон плохая. Ты плачешь? Нет. На что это похоже плакать? Ты не знаешь, почему плачут? Когда ты расстроен, ты плачешь. Когда жизнь несправедлива, ты плачешь. Когда думаешь, что тебя никто не любит, ты плачешь. Всем нужен кто-то, кто их любит. Что это? Это ты, это я, а это молния. Я нашел. Так что могу оставить себе. Оставь. Я не вернусь в школу. Я слышала. Что ж, ты хотел познать реальный мир. Теперь ты его познал. С
Я сказала директору Самфонгу, что дорабатываю последний семестр. Думаю, для тебя так будет лучше. Разве не этого ты хотела? Да. Так что по окончании семестра мы оба будем свободны. Я не уверена в твоих чувствах, но та ночь помогла мне понять, что я хочу чего-то большего, чем это. Я не только учитель. Я женщина с личной жизнью, с желаниями, потребностями. Я правда надеюсь на то, что ты найдешь то, что ищешь. Может, я уже нашла. Нитая, я должен извиниться за то, что случилось той ночью. Не понимаю, как я позволил этому случиться. Я приехал сюда помогать детям. Прости. Я обещаю, подобное не повторится. Мальчик, я красивая? Мальчик, ты когда-нибудь любил кого-то? Нет. Что такое любовь? На самом деле я не знаю. Что? Ты глупая, задаешь дурацкие вопросы. Пока ты тратишь время, вся рыба уйдет. Не обязательно быть таким грубым. Где ты живешь? Здесь. Нет. Где твой дом? У меня нет дома. У всех есть дом. Не у меня. А где ты тогда спишь? Иногда на дереве, в пещере или в озере. Ты спятил. Нельзя спать в воде. Можно утонуть. Да, ты можешь, а я не утону и не умру.
Врешь? Не вру. Да. Да. Идем в воду. Пойдем со мной в воду. Нет. Пойдем на самое дно. Там красиво. Нет, я боюсь. Если возьмешь меня за руку, мы будем вместе вечно. Это мой лес. Моя гора. Мои животные. Все принадлежит мне. Ты опять за свое. Это не просто, знаешь, присматривать за всем. Это тяжелый труд. Изнурительный. Люди приходят, чтобы навредить лесу и забрать животных. Приходится от них избавляться. Как ты это делаешь? Убиваю и съедаю. Ты очень странный. Я знаю, почему ты хочешь уйти. Это все из-за него? Если и так, что с того? Я словно заключенная здесь. Ты здесь живешь? Тут страшно. Тут есть призраки? Да, есть. Смотри, кролик. Ты его поймал? Да, он быстрый, но я быстрее. Зачем ты его поймал? Ты говорила, что голодная. Ты убьешь его? А как еще ты поешь? Это неправильно. Все хотят есть. Как это может быть неправильным? Ты хороший? Если хороший, попадешь на небеса. Что за небеса? Если ты хороший, после смерти попадаешь на небеса. Там есть все, что захочешь. Все добры к тебе, счастливы. Тебя все любят. Но если ты плохой, после смерти попадешь в ад. Там ужасно. Сплошная жестокость и плохие люди. Не верю. Можешь не верить. Сперва нужно выяснить, сколько часов в сутках.
Мальчик. Ты думал когда-нибудь покинуть лес? Нет. Почему? Я не могу. Там не мой мир. Мальчик, ты когда-нибудь ходил в школу? Нет. А как без нее? Школа для чего? Чтобы узнать обо всем. Что узнать? Тайский язык, математику, науку. Кому это надо? Все должны учиться. Я учусь здесь. Как? С помощью животных. Только не говори, что разговариваешь с ними. Не разговариваю, лишь слушаю. Сумасшедший. Это не сумасшествие. Послушай. Слышишь? Я переведу. В этом году дождя не будет, будет много браконьеров. А раз не будет дождя, не будет и пищи. Животным придется нелегко. Птицы говорят, что дождя не будет. Значит, деревья засохнут. Есть опасность пожаров. Поэтому они предупреждают своих быть осторожными. Сверчки будут искать возвышенность. Говорят спасибо за предупреждение. Поняла? Красиво. Если останешься, можешь каждый день любоваться. Поначалу ты даже в лес меня не пускал. Но я передумал. Что делаешь? Читаю учебник. Что это? ABC. Что такое ABC? A – это ain't. A – ain't. A – ain't. А это B. Bird. B. Одна жизнь. Одна любовь. Один путь. Один путь. Одна сила. Один эксперт. Бирд. А это? Не знаю. Это Си. Нет. В чем дело? Это из-за книги? Это просто глупая книга. Зачем она тебе? Не из-за книги.
Я хочу домой. Я пропустила школу. Но ты не можешь вернуться. Почему? Он причинит тебе боль. Ты этого хочешь. Какая разница? Я стерплю. Не хочу, чтобы ты уходила. И как ты меня остановишь? Свяжу тебя по рукам и ногам. Тогда ты будешь хуже, чем вон. Помнишь, ты спрашивала, что такое любовь? Любовь — это когда делаешь то, что не хочешь, но все равно делаешь, потому что любишь кого-то. Ты этого хочешь? Иди. Я не стану останавливать. Я вернусь. Я ненадолго. Нет. Не возвращайся. Джа, пойдем со мной. А в чем дело? Идем со мной сейчас же. Но у нас уроки. Это не может подождать. Сейчас же идем со мной. Директор, я знаю, что я здесь недавно. Но сейчас идет мой урок.
И пока что это моя работа, и я хочу знать, что происходит с моими учениками. Учитель Притча, прошлой ночью дочку главы убили в ее постели. Тогда я тоже пойду. Чего встала? Иди. Дайте мне факел. Что вы делаете? Вы не можете поджечь лес. Могу. А как же Джа? Моя дочь мертва. Вы не можете так поступить. Вы не можете. Джа в лесу. Вы не можете. Отпустите. Отпустите. Вы не можете. Нет! Не бей меня! Я не Кардабы. Ты причиняешь боль людям! Ты сказала, она плохая. Она заслужила смерть. Я иду домой! Останься. Я больше никого не трону, никого не убью. Если ты не захочешь. Кто ты? Не знаю. Кто он? Папа, кто он? Твой брат. Раньше все было хорошо. Вам нравилось купаться в озере. Мама присматривала за вами. Но однажды она пошла нарвать травы. Когда она вернулась, твой брат утонул. Говорят, он утонул, спасая тебя. Твоя мать не смогла с этим смириться.
Порой мне невыносимо видеть тебя. Они пришли уничтожить лес. Я ничего не сделал. Я не убил их и не остановил. Больше я тебя не оставлю. Я останусь с тобой навсегда. До 6500 рублей в 1xbet при регистрации по промокоду Шерлок. Я все делаю неправильно. Я с треском провалился. Не смог помочь. Не смог.
Проснись. Пора. Это то самое место?